Всем привет! Сегодня посмотрим установку OpenSUSE. К сожалению, я здесь не вижу возможности запуститься в LIFF режиме, в режиме установки. Ну, в принципе, рекомендуется всегда проверить установочную медиа. Проверим установочную медиа. Ну вот сообщение получаем, что ошибок не было найдено. Все хорошо, прекрасная маркиза. Ну, если все хорошо, вот таким вот хитрым способом мы попали, насколько нет, ну и сразу идет установка, все понятно. Ладно, я, значит, здесь сильно зарекаться не буду. Ну, единственное, что сделаю, ну давайте я русский язык поищу. Вот. Русский. Пойдем дальше. Ну, по крайней мере, о всех этапах установки говорится довольно-таки внятно и понятно, и, скажем так, на русском языке. Добавить сетевые хранилища перед установкой, включить дополнительные продукты с отдельного носителя. Это можете сами сделать, а я пойду дальше. Не буду время на это тратить. Поскольку у меня это виртуальный носитель, виртуальный диск, поэтому идем дальше. Будете ставить на жесткий диск, там отметите. Ну, предлагает Россия, Москва, да ради бога. Рабочие столы, значит, GNOME, KDE, я выбираю другое. Так, что тут есть? X-Face есть. Ну, в принципе, плазма-то на кедах сильная. Ладно, давайте выберем кеды. Хотя могут, у кого слабенькие компьютеры, выбрать X-Face, LXDE. Тоже хорошие рабочие столы. А GNOME тоже очень красивый рабочий стол. Ну, давайте я хочу посмотреть, как тут плазма будет себя вести. А полное имя пользователя. Ну, вот я пишу имя пользователя. Поскольку знаете уже, что во всех моих сборках, значит, я это дело делать люблю. Автоматический вход. Да, нормально устроит. Дальше. Хоть пароль короткий, но я его, так сказать, решил использовать. Ну вот он предлагает там, значит, список, что желает установить. Ну, пойдем на установку. Причем у SUSE очень мощная команда графических там дизайнеров и так далее. То есть все продумано до мелочей. Очень приятный такой зрительный интерфейс. Здесь мы, значит, смотрим все это в режиме рядового пользователя. Можно пройти, значит, переключиться на описание, на вкладочку. Тут будут видны, значит, этапы установки, какой пакет ставится там и так далее, и так далее. И плюс вкладочка есть еще примечание к выпуску.
Значит, ну, здесь как вот установка, установка основной системы, там как у EFI, поддержка GPT, там контрольные суммы, там апгрейд, как делать и так далее. То есть довольно-таки такого подробного меню при установке я, честно говоря, нигде и не видел. То есть очень такой хороший, добротно сделанный выпуск или дистрибутив OpenSUSE. Причем он может, насколько я понял, использоваться и как сервер, там, и для системными администраторами. Ну, короче, посмотрим. А здесь любопытное сообщение, что SUSE переведен на многие языки, и те, кто нашел ошибки в русском языке, могут обратиться вот по этому адресу, значит, и сообщить об ошибках, которые были найдены. То есть, ну, вот понимаете, когда ставится какой-то дистрибутив, ну, сразу видно, или делал его один человек на коленке, или делала, так сказать, огромная команда людей, которые заинтересованы в своем продукте, чтобы он был долгосрочным и так далее. Конечно, значит, SUSE поставляется и для коммерческих предприятий, но представьте себе, что они дают гарантию своим продуктам, значит, для предприятий на 10 лет. Это тоже, как говорится, не пустой звук, и, скажем, в деловом, коммерческом мире это ценится. А почему же такое отношение, как говорится, к простым пользователям, что вот, пожалуйста, бесплатно? Я думаю, здесь все очень просто. Человек привыкает к продукту, как рядовой пользователь, но затем, если предоставляется какая-то коммерческая возможность, естественно, он будет ту же SUSE, как говорится, своим друзьям и знакомым рекламировать. Почему? Да просто потому, что действительно хорошая и нормальная система операционная, нормальный рабочий стол и очень хорошая техническая поддержка. И плюс у них сильно развитое сообщество на самых разных языках, форумы, где пользователи обмениваются опытом, там по установке там отдельных программ, их настройки и так далее. То есть тоже довольно-таки приличная операционная система. Вот. Значит, сам образ, который я качал, он занимает где-то 4-6 гигабайта. То есть образ очень большой. Ну, это он обычно идет на DVD-дисках, можно записать. Почему большой? Потому что там практически установлено все самое необходимое. Там даже из сети ничего не надо скачивать, а просто все сразу идет, установка сразу из пакетов. А потом по сети там идет обновление, очень такое незначительное, там, ну, самые, скажем так, последние веяния. Вот практически и все. Вот, ну ладно. Итак, программа завершила установку и предлагает перезагрузиться. Ну, давайте подождем, посмотрим, как она будет перезагружаться. Жесткий диск OpenSUSE. И мы сейчас немножечко ее поисследуем. Ну, в принципе, для меня главная задача, как я всегда говорил, то если программа, вернее, изообраз грузится на виртуальную коробочку, то этот образ не битый, скажем так, правильный. И, значит, пожалуйста, можно его записывать уже там на флешку и устанавливать на жесткий диск. Ну, было бы совсем любопытно. Ну, надо же. Ну что, сами видите, значит, выход на домашнюю страничку имеется, интернет работает, сама подцепила, все нормально. Значит, ну, с классическим меню, значит, КДЕшным всегда можно познакомиться. Вот тут графические программы, которые у них есть, мультимедиа. Ну, допустим, свои любимые программы я, значит, не вижу. Так, а где у них, так, разработка,
система. Ну что, ну, вполне прилично. Ладно, не будем придираться. Значит, образ загрузился, значит, сразу с установкой. Не было такого, что вроде бы как зайти в режиме. Но все остальное, значит, было сделано корректно. У меня никаких нареканий к этому делу нет. Единственное, я сейчас сделаю снимочек машины, чтобы мне потом не повторять эту установку по 1000 раз. И в случае чего я буду сразу заходить уже, скажем так, установленный на виртуальный диск SUSE Open.